Губернатор осмотрел Болгарский остров, который находится в конце микрорайона гидростроителей. Экологи обеспокоены тем, что здесь вырубают деревья и добывают полезные ископаемые. Глава региона строго обозначил свою позицию. Этот природный комплекс нужно сберечь и внести его в список особо охраняемых территорий. Это место и все места, которые возможны еще не застроенными, сделаем особо охраняемой природной территорией. Пусть попытаются потом воевать. Когда это особо охраняемая природная территория, я уверен, станет на защиту этой территории весь город. Но мы должны помочь горожанам юридически защитить их зеленые зоны. Помочь горожанам, еще раз подчеркиваю, юридически защитить все зеленые зоны. Парки, скверы, острова, прибрежные вот эти все сегодня массивы. Вот это стратегическая моя задача и ваша. В ходе объезда Вениамин Кондратьев также посетил сквер пограничников. Мэр краевой столицы Евгений Первышов рассказал губернатору, что в скором времени эту территорию благоустроят в рамках федеральной программы. Дизайн-проект уже разработан. Здесь заменят тротуары, установят новые скамейки и урны, а также построят детскую площадку.